Фанил Рахимов пишет. Объясни, пожалуйста, жены пророка Мухаммада, матери мусульман. Ага, я могу неправильно понимать. Перевод как-то режет слух и не принимается мозгом. Матери верующих, там не мусульмане, верующих. Уммахатуль муминин. Матери верующих. Это значит, что нужно обращаться к ним, обращаться с ними, обходиться с ними, как сыновья по отношению к матерям, с уважением, с полным соблюдением их прав. И точно так же, как женитьба на своей матери запрещено, то есть отношение к ней как к женщине, вот это вот половое влечение, да, прямо скажем. Это все нужно ограничивать и заполнять это все уважением. Потому что они после пророка не могут выходить замуж за других. Почему так сделано? Ну, потому что, чтобы беречь статус Мухаммада, алейхиссалям. Чтобы беречь статус и репутацию Мухаммада, алейхиссалям. Вот это я могу сейчас в эфире только сказать. Если уважаемый некий человек, скажем, вы общаетесь с семьей, да, вы знаете их семью, вы, ваша жена, знаете их семью, этого человека, его жену, в общем, семью знаете. И после этого отношение уважительное, там, доверие, уважение и так далее, да, это все хорошо, но... скажем, человек умер, и вдова осталась, и вы женились на этой вдове. И как вы будете говорить об этой женщине, уже прежнего уважения не будет, и вы будете относиться к ней не с прежним уважением, а это уже будет бросать тень на репутацию бывшего уже ее мужа.